для той же лужи, которую снимаю уже на протяжении многих лет, которая получается озеро от водоканала, точнее порыв этот, ее пытаюсь устранять несколько лет, но пока безрезультатно. И вода бежит питьевая в речку. Воробьи купаются. Для воробьев, птиц других, там, голубей, собак, кошек, это такую жару лучшее место. Можно напиться, покупаться и так далее. Постоянно бежит вода, здесь уже начал расти камыш. И он уже заколосился, выбросил, можно сказать, цвет. Неделю назад работала техника водоканала. Слесаря, экскаватор. Откопали, заделали, вроде течь устранили. Уехали сразу, уже набежала вода и потекла в тот же день. Затраты такие, технику, сколько раз здесь уже происходит, сколько здесь топлива сожжено, сколько заплачено людям за работу. Правда, я не знаю, или они мастера такие, или... Ну, нельзя устранять один и тот же порыв многократно, тратить такие средства и получать на итог один и тот же. Практически вода как бежала, так и бежит. Камыш тоже здесь колосится. Почему ему не колосится, когда здесь столько воды? В принципе, завелись лягушки тоже. Им тоже здесь нормально. Озеро обживается. Вот она бежит, эта вода. Течет точнее. Там пить здесь и купаться хорошо. О, пьет. Вот эта вода и бежит. Течет точнее в ручей. Молодежь себе сделала.